Так, с батарейками, мне кажется, надули китайцы. Батареек не положили. Зарядный блок есть, а батареек нет. Ну все хорошо. Через неделю я получил еще один пакет с батарейками. А пропеллеры и отвертка, и еще там две штучки для управления пультом, лежали, оказывается, в сумке. О, я старый дурак, не сразу их нашел. Итак, что вам нужно сделать? Первое, конечно же, зарядить пульт, зарядить батареи в боксе, прочитать хотя бы какие-то инструкции. Но самое главное, о чем практически не говорят ни на каких видео, которые на YouTube, что нужно получить лицензию на полеты. Я не знаю, конечно, как в других странах. Слышал, что в Германии там тяжело получить лицензию. Но там и для рыбалки тоже не очень просто получить, так же, как во Франции. А в Англии с декабря 2020 года нужно получать лицензию и на этот дрон DJI Mini 2. Но она довольно-таки простая. Там онлайн нужно ответить, онлайн дают 40 вопросов. Нужно ответить положительно хотя бы на 30 из них. У меня получилось ответить на 31. В принципе, там ничего сложного нет. Все очень логично. Летать не выше 120 метров, не приближаться к людям ближе, чем на 50 метров. Ну и так, некоторые другие там ограничения, которые мне очень... Допустим, меня одно ограничение очень удивило и рассмешило, что если, допустим, вы случайно снимете своего соседа, как он цветы сажает, то перед тем, как опубликовать это видео вместе с соседом где-то на сайте, вы должны спросить у него разрешение. В принципе, логично. Но я так думаю, что скоро все эти видео скоро снимать будут, вернее, все ограничения по видео скоро приведут к тому, что всех придется замазывать. И видео получится сплошное, какое-то туманное. Но это так, в будущем возможно. Но также я думаю, что в будущем еще будет увеличена цена на различные сдачи экзаменов. Допустим, мне это обошлось 9 фунтов на целый год. Правда, обладатели более тяжелых и мощных дронов, там уже, конечно, сложнее. Там и курсы надо проходить легальные, официальные, и денег побольше гораздо платить. В общем, я рад, что я приобрел DJI Mini 2. Очень рад. Он подходит для простого обывателя просто на 100%. Да, конечно, если бы в 4К снималось еще на 60 кадров в секунду, это было просто великолепно. Но, к сожалению, только типа 2К, 2К, 60 кадров в секунду. Ну, и то хорошо. Стараюсь я снимать в разрешении 2К, 60 кадров в секунду, а потом обрабатывать в Вегасе под размер 1080 пикселей 60 кадров в секунду. Это самое оптимальное для YouTube. Хотя другие делают и в 4К, и больше, но дело в том, что возможно, даже если вот, допустим, вы в другой стране, я вот живу в Англии, а вы, допустим, не знаю где-то, ну, в Латвии, в России, в Беларуси, я просто не увижу по интернету, что вы там сделали 4К или в 2К. 1080 я вижу нормально на YouTube. Все-таки нужен более скоростной интернет. Это еще пока в будущем. Но первое, что нужно настроить, это, конечно, откалибровать его, IMU, сделать калибровку. И также откалибровать компас. Компас откалибровать обязательно перед первым полетом. Вернее, перед тем, как вы начинаете в новом месте летать, обязательно откалибруйте компас. Потому что вероятность, что если вы нажмете кнопку возврата домой, ваш дрон может прилететь на предыдущее место, где его калибровали. А это может быть в нескольких километрах. И он, может быть, даже не доберется до этого места. И вы уже потеряете его навсегда. Выше, чем 120 метров, я, конечно, не советую подниматься. Хотя есть умельцы, которые поднимаются выше. То есть на YouTube есть много программ, рассказывающих, как можно взломать программу DJI
и чтобы летать гораздо выше, чем 500 метров. Но я не знаю, зачем это нужно, потому что уже выше 120 метров практически не так хорошо видно все детали, которые на земле. А если на 500 метров подниматься, то это просто карта топографическая получается. Ну, еще один момент, что все-таки эшелоны вертолетов и самолетов, одномоторных там, ну, легких самолетов, они, конечно, не ниже 120 метров. Хотя вертолеты бывают и ниже летают. Я не знаю, как вот у вас, где вы живете, но в Англии вертолеты часто летают. Бывает какая-нибудь там авария или трагедия, медицинский вертолет летит даже ниже, чем 120 метров. А это может появиться в любой момент. Вы даже не можете представить себе, когда. Когда мой дрон улетает где-то выше 50 метров и дальше, чем, ну, не знаю, тоже дальше 50-100 метров, я просто его не слышу и вижу только на экране мобильного телефона. И другой раз очень трудно сориентироваться, честно говоря. И я начинаю впадать в панику. Такую мелкую панику, когда не знаешь, чего нажимать. То есть приходится нажимать кнопку возврата домой. Поэтому ее нужно обязательно выставлять перед началом полета. Ориентируясь, что у вас там выше есть. Если, допустим, есть высокие деревья или там дома, то, соответственно, чтобы он все-таки облетел их, перелетел их. Я выставляю точку возврата домой где-то 70-80 метров. Ну, остальные настройки, как там летать, технику, я думаю, столько много можно увидеть в интернете, что даже я не буду об этом рассказывать. Я хочу еще показать, где, в принципе, можно летать, а где нельзя. В этой программе DJI Fly можно посмотреть, где вы находитесь, где есть разрешенные места летать, где нельзя. Ну, допустим, сразу скажу, что там, где аэропорты, там, конечно, нельзя летать. Потому что пару лет назад где-то был там в Лондоне инцидент, когда из-за дрона чуть ли не потерпел катастрофу самолет. С этим, конечно, сейчас стали строже. Возможно, это повлияло на то, что на DJI Mini 2 ввели какое-то правило. Хотя бы люди хоть немножко прочитали бы, поняли бы, и уже хорошо. Ну а так, дрон DJI Mini 2 очень хороший. Он меня абсолютно устраивает. У меня всегда была рыбалка на первом месте. Теперь, к сожалению, полеты на дроном на первом месте, а рыбалка отошло как-то на второе. Интереснее как-то полетать. Хотя рыбалка тоже неплохо. Да, по поводу карты. Карты памяти. Карта памяти должна быть высокоскоростная, там V30, как минимум. И не забывайте ее иногда форматировать. Потому что если не будет карта отформатирована, у вас видео будет сниматься секунд 10, потом глючить начнет. Но помните, если отформатируете карту, все, что на ней было, все исчезнет без следа. Все ссылки я поставлю под этим видео. И еще хотелось бы особенно отметить, старайтесь не летать DJI Mini 2 в сильный ветер. Ну, то есть я вот летал при скорости ветра 10 метров в секунду. Он, в принципе, выдерживал, но уже так не очень хорошо. И самое главное, не летайте в нем с ним в дождь и в туман. Это губительно будет для него. То, что он намокнет, это одно дело, а другое дело, что влага может попасть в микросхемы, и тогда кирдык. Потому что там даже есть некоторые отметки, что даже вас по гарантии никто не возьмет, потому что такая там стоит отметка, которая при попадании влаги меняет цвет. И уже никто не возьмет его по гарантии ремонтировать. На этом все, спасибо. До свидания. Если кому-то это видео понравилось, то это хорошо. Если нет, то можете написать, почему нет. Спасибо. Thank you.